Так, опять карты. Да, вот нельзя никого снизить. I'm position number 116, but I still get all these grandmasters. Кстати, на Камского как-то, да? Pretty amazing. Так, ну может хоть французская будет. Веселая. Слон едва, даже такого хода. Может, наверное, не сильно ошибусь, я аж 5 же себя на самом деле. Даже 3. Слон Е7 как-то поставил. Саша 4 вообще предельно не парит. Ну хорошо, если же 5. Ну так, конь С3. Продолжает он свою провокационную стратегию, но опять же пешки-то у него сейчас не будет. А, ну он на H5 съест, да? G4. Конь H4, ферзь D8, конь E1. Так, конь D4, конь D4, все перетянули. Probably not the right plan, but... Что за позиция? Фиг его знает, что за позиция. Yeah, I don't know why I allowed this G5, H5. А, ну да, наверное, мне кажется, нормально. It should, yeah, there was some queen D2 stuff that should be played. Да, единственное, что плохая компенсация, но за все это дело будет хорошая. Да и b5 я ход издалека вообще не заметил. Ну b5 ладно, переживем, слон b3. Конь g2. Да, пешку я выиграл. Во всем остальном плохо. Ферзь b6, ферзь d4. Хорошо, все равно ферзь b6 надо, да. Хода нет альтернативы. Кто будем сейчас отползать? Can't trade the queens. Yes, queen b6 was very strong move. Пока ли? No, he, пока yeah, да. No, he plays this. Damn it. Yeah, he found a way to hit. Ну ладно, да, значит, как-то продержался молодцом до конца турнира. Ферзь f4, да, ну. Какой ладью, конечно, вопрос, может отдать все эти почки. Не париться по этому поводу. Yes, queen on b6 very strong. Very strong. Хотя давайте мы сделаем ставку на пешку. Unfortunately for me. b5. Слон b3. А, он сейчас меня прижмет с этим слоном, видимо, да? Прижал таки. Ладно, давайте отдадим просто. B3, так, давайте. Подведем всех бойцов. Again. Слон c5. Слон у нас явно сильнее, конечно. Ферзь c2. Так, и одну идти, естественно, нет. Ферзь h7. Ладья e5 нельзя. Могу слон f2, просто проблема в том, что дальше ни одной ладьи. Понятно.
Да, он тут безнадежный. По времени не добьет. Перепатится. Да, вот обязательно надо под финиш счет все, выгрести все надо. Вот все, что есть, выгребается обязательно. Чтобы вытянуть меня максимально далеко.